Вау. Как думаешь, сколько стоит? 1003 гривен, наверное. 7. Так, друзья, всем привет, меня зовут Дима Яструб, забыл камеру в машине, поэтому вернулся, был вот в этом вот магазине. В общем, сегодня легендарный день, так сказать, можете поздравить. Я только что зашел в магазин, зашел вообще за другими вещами, но прошелся мимо велосипедов и решил, что, наверное, Камелии нужно купить ее первый двухколесный беговел. У нее есть четырехколесный, до пола она еще не доставала, когда я ей купил. Сейчас он на нее, ну, он для нее нормальный, но мне хочется, чтобы она как можно быстрее начала ездить на мотоцикле, на машине, на велосипеде и так далее. Поэтому я решил, что сейчас пойду и куплю ей беговел. Честно говоря, постоял минут, несколько минут подумал, потому что, честно, вот, братва, вот как есть, я вам говорю, покупаю практически на последние деньги дочери велосипед. И очень странные какие-то ощущения, потому что я кучу раз покупал, дарил байки ребятам, совершенно незнакомым, а тут своей дочке я не могу вот так вот просто взять и купить байк. В общем, поддержите, пожалуйста, лайком. Очень хочется видеть поддержку и от вас. В общем, идем сейчас и покупаем первый полноценный беговел моей дочери Камелии. Короче, братва, погнали. Хотел прям в магазине начать снимать по карманам и понял, что камеру забыл в машине. Сегодня ездил на покраску, отдавал один из байков. Смотрите, куча всего. Мотоцикл, он, кстати, похожий на тот, который я Камелии недавно подарил. Машина у нее тоже есть уже. И тут, смотрите, стоят у нас беговельчики. Я думаю ей взять вот такой вот. Оп! Он довольно-таки легкий. Я думаю, по размеру он ей подходит идеально. И сейчас, собственно, поедем вместе с вами ручим. Я вот, это я уже опустил самый низ сиденья. По-моему, по росту он на нее великоват не должен быть. И джип надо будет ей еще купить. Обмена и возврата нет. Хорошо, нам чтобы... не надо ни обмен, ни возврат. Не-не-не, я просто вас предупредила, чтобы все было. Посмотрите, хорошо. Все нормально с ним. Угу. Вроде да, вроде все. Да, колеса все крутятся, хорошо, все да. Хорошо, если что, починим. Вы будете наличкой или же? Не, карточкой. Держи. А что, часто приносят с браком каким-то? Или почему нет, вы у нас нет, я просто не а, не надо, просто, у вас есть сюда. Просто, что мы не даем гарантии на него. Ага, а мне, я думаю, и не надо. Все равно скоро новый покупать. Вырастет скоро. Конечно. Быстро. А с какого возраста они вообще, вы не знаете? Или у кого-то можно спросить? Трех? У меня просто дочки еще полторы нет, у нее уже мотоциклы, вот такие машины. Честно, сейчас дети... Не, моя будет ездить, ей сейчас годы 4, я думаю, отлично. Все, спасибо вам большое. Короче, видите, эти велики, говорят продавцы, от двух, от трех, и машины, мотоциклы. А у меня у Камелии в 1,4 есть уже все. Ну и мне кажется, это хорошо, потому что она... все больше и больше будет, как-то правильно сказать, кайфовать от того, что у нее есть. Сейчас она просто залазит там по мотоциклу, лазит, включает музыку. Чуть позже она будет доставать до педалей нормально, будет уже начинать на нем ездить, потом мы на улице начнем на нем ездить. Так же и с этим беговелом. Сегодня, возможно, она вообще испугается его, ей будет страшно на нем что-то делать, ездить. Блин, как удобно. Детские велосипеды возить. Первый велосипед моей дочери. Капец, братва, вы ж все это вместе с нами проходите. Вы помните моменты, когда мы ее забирали с роддома, когда Кристина беременна была, когда мы с Кристиной только познакомились. Вы просто с нами вместе живете нашу жизнь. Приехали домой, смотрите, какая у нас тусовка. Все собрались посмотреть, как спит дочка. И тут еще у Камелии сейчас первый велик, плюс я Кристинин велик хочу сейчас сделать. И потом будем всей семьей, все втроем выезжать и кататься. Кто это тут меня встречает? А кто это тут меня встречает? Это мы. Девочки. Мы в машинку играем. Ты машинками играешь? Да. Как ваши дела? Все, проходи. Ой, машина. Опа, теперь я тебе, Камелия. Давай. Там Меся. А смотри, что папа тебе привез.
Это твой первый двухколесный велосипед. Офигеть! Папа, ты как всегда. Камень. Велик. Будешь? Это смотри, вот так кататься. Кама. Это волнительный момент, твой первый велик. Ой, надо было колеса подкачать. Я и прям так бежал домой, что забыл. Пошли в комнату. Ого! Камели, пожалуйста. Кама, иди скорее. Тут у камели, смотрите. Машина, мотоцикл, куча игрушек. Меся, а ну давай на велику. Сейчас я ей покажу, как привыкнет. Я быстро начну снимать. Чё, первый велосипед нашей дочери? Класс, да. Я не смог сдержаться. Первый. Я бы не сказала первый. Я, наверное, первый двухколесный. Все автопарки. О, смотри, к велику она смелее подходит. Да? Ну, вроде да. Чуть-чуть все равно великоват. Вау! 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 Залезай! Залезай в велосипед! О, смотрите, сюда еле-еле прям достаю. Ей страшно, он пока все равно великоват. Ну, братва, по-моему, как раз. Вот она еле-еле достает. Бабочка, мама покажет. Вот так садишься. И вот так. Ого! Тоже хочешь? Она хочет, но ей стрёмно. Давай. А вот, кстати, ее придумал. А ну, давай сравним. Ее первый беговелый. Это тоже твой. Вот помните, я когда этот купил, она не доставала ногами еще до земли. А вот Кама! Уже следующий. Кама, как круто! Садись. Хочет, но Опа, боится. Молодец. Чё? Ей хочется, да, но она немножко боится из-за того, что не достает. Ну, вот да. Это. А ну покажи, как ты на этом уже ездишь. Ну все, этот уже маленький на нее. Вау. Вау. Я хочу сейчас, чтобы она чуть привыкла, и уже можно будет на даче для нее тоже трамплины строить. Вообще, у Логана Мартина сын гоняет на таком, сколько ему там, годика тоже, 2-3, наверное. Крути. Логан Мартин — это крутой BMX-ер, кто не знает. Так, давайте посмотрим, что тут за велик. Тут, смотрите, очень прикольная штука есть. Вот так вот цепляется, чтобы руль сильно не проворачивался первое время, чтобы он, ну, можно его убрать, и тогда он будет на 360 крутиться для тейлвипов и барспинов. А так, для маленьких деток, чтобы они не резко не повернули и не упали. Я уже не знаю, куда это все ставить, честно говоря. Да, да, игрушек у нас дофига. Но не рано я купил? Нет. Как думаешь, сколько стоит? 1003, наверное. 7. Да не, шучу, 2000 гривен. Нормально. 7 было бы сильно, да? Да. Потом бы камера выключилась, Кристина. О, что ты купил? Да что, ты что, столько денег? Да не, ну я подумал, что, ну блин, детство у камели одно. Просто чем раньше круто. Она будет. И это самое, по факту, это самая развивающая штука. Потому что машина, мотоцикл, да, оно развивает, она привыкает к этому. Но больше всего развивает все-таки беговел. Как она ни крути. Ножками, она сейчас привыкнет, чуть-чуть подрастет. И весной будет вот так бегать. Только с ним, мне кажется, на улице и будем выходить. Бока мы будем. Ну да, да, ей будет бежать, прикольно. Да, ей плюс она на меня будет смотреть, как я катаюсь на BMX. Будет пытаться копировать на своем. У нее шлем есть, уже можно одеть ей шлем. Вот да. Он лежит, кстати, на столе. На беговел посадить. И еще. Да, где твой шлем? Ты знаешь, где?
Покажи, где? Комиссии. Котелок, как у Баки. Пишите в комментах, как ее поскорее приучить к беговелу. Можете ей что-то дома тут построить. Обязательно пишите коммент. Комментарии очень сильно помогают в продвижении. И комменты я все читаю, поэтому, братва, пишем. Совсем ознакомлюсь. Можете поздравлять Камилю с ее первым велосипедом. Пока, пока видите, она не совсем понимает, чуть боится его. Но я думаю, это временно. В скором времени вы увидите, как она на нем будет смело ездить и потом даже пробовать, я думаю, какие-нибудь трючки. Вау! А что ты тут приготовила кушать? О, блинчики, нормально. Блинчики я люблю. Да, тут я зеркало хочу повешать большое. Картину сняли. Вчера начал прикручивать вот такие вот штуки.